Рабицу. Там Рабицу. Сейчас котик возьмем. Сделаем. Чего что? Ну и обратно. Тык и обратно вышел. Блять, он сразу ее какой-то убьет. Якуб, давай поговори с Ибрагимом. Если он отказывается выходить, выходи сам. И если он захочет со мной поговорить на телефон отца, перезвони, я с Ибрагимом поговорю. Понял меня? Все, давай, я жду звонка твоего. 3 минуты хватит? Давай, через 3 минуты ты мне звонишь. Отцу верни. Я сейчас еще раз. Отец, подожди. Подожди, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Здесь отец твой, брат твой. Подумай о жене, о детях, о семье. А если он не хочет выходить, это его проблемы и его головная боль. Выходи, пожалуйста. Я тебе обещаю... А? Я тебе обещаю, с твоей головы волос не упадет. Ты выходишь во двор, поднимаешь руки, снимаешь верхнюю одежду, куртку с себя, показываешь, что на тебе нет пояса, подходишь к нашим медленно. Наши тебя досматривают. Понял меня? Выходи, Якуб, пожалуйста. Ты меня услышал, Якуб? Выходи, если он не хочет, это его жизнь, это его выбор. Понял меня? Якуб, услышь меня, пожалуйста. Давай, начинай выходить, пожалуйста. У меня просто нет времени ждать долго. Выходи, здесь отец твой, вот рядом стоит со мной. Тебя никто здесь не тронет, я тебе обещаю. Понял меня, Якуб? Якуб, ты меня слышишь? Если Ибрагим не хочет выходить, это его выбор, это его решение, понимаешь? Ты выйди, нам лишняя кровь не нужна, понимаешь? Якуб, слышь? Давай, выходи, пожалуйста, я тебя прошу. Зачем тебе это? Здесь плачу. Давай, выходи. Выходи аккуратно во двор. Разлез туда нахуй! Где 150?